Начнем выпуск с информации о чудесном спасении, иначе эту новость не назовешь. В Усть-Куте пожарные выручили тонущего в реке Лени 5-летнего мальчика. Ребенок из любопытства вышел на лед и провалился. Чудом огромной удачи можно назвать то, что все это происходило рядом с пожарной частью. Ее сотрудники услышали крики ребенка. На помощь звал друг мальчика, который оставался на берегу. Спасатели схватили снаряжение и побежали на место происшествия. С помощью лестницы им удалось доползти до места провала. Но в этот момент ребенка уже затянуло под лед. Когда мальчика все же удалось вытащить из воды, он не подавал признаков жизни. Но пожарные смогли его реанимировать. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Но не все ЧП на льду заканчиваются благополучно. В Шелиховском и Боханском районах в минувшие выходные погибли 2 человека. И в том, и в другом случае виновато легкомыслие людей, которые осмелились выехать на машинах на лед, который уже не способен выдержать вес транспорта. Причиной произошедших трагедий стало игнорирование требований безопасности и нарушение правил, запрещающих выезд на лед вне ледовых переправ. На водных объектах Иркутской области идет процесс разрушения льда. Выезд и выход на него крайне опасно. Тот факт, что выход на лед опасен, подтверждает и закрытие ледовых переправ. Еще сегодня утром в регионе действовали 3 таких дороги. Но теплая погода сделала свое дело. Лед стал окончательно разрушаться. Поэтому последние переправы в Киренском и Бодайбинском районах закрыты.